Председатель дорожных и инженерных войск русской армии. Человека, о котором пойдет речь, можно назвать необычным. За свою жизнь ему довелось повоевать и в Египте, и 3 долгих года в Афганистане. Там его называли мушавером, что означает русский советник. Но разговор о другом. Виктор Павлович Куценко – генерал, но не такой, каких сотни. Он – абсолютно уникальный художник, создавший неповторимую галерею рисунков, выполненных с натуры или по памяти там, в Афганистане. Он – самобытный поэт и бард, песни которого знают многие афганцы. И, наконец, он просто хороший человек и настоящий мужчина. Но в Афгане он не только писал стихи, рисовал и пел песни. Боевые ордена и медали говорят сами за себя. Минная война, которая была в Афганистане, это вся была моя война. Вся территория Афганистана, вся напичкана настолько минами и снарядами, если вот так я брался подсчитать примерно, вот, то, видимо, около 4 миллионов взрывоопасных предметов зарыты сейчас в афганской земле. Существуют ли сейчас у нас где-либо карты минных полей? То есть то, что мы минировали в Афганистане? Частично есть в управлении инженерных войск Министерства обороны. Но основные карты минных полей передали все афганской стороне. Но сейчас ничего этого нет. То есть у афганцев их нет? У афганцев нет. Инженерное управление разгромлено полностью, все сожжено. Ничего нет. Когда пришли войска Хикматьяра в Кабул, они все это уничтожили. Если мы, например, минировали в ущельях, прикрывая какие-то подходы, фланги самоликвидирующимися минами. То есть через какое-то время она самоликвидируется? Да, через какое-то время они самоликвидируются. Они, все, они уже давно не действующие. Вот такие мины итальянские, которые ставили душманы, они вечные. Они пластмассовые, их ничего не возьмет, ни ржавчина, ничего. И поэтому они вечные, и расхлебывать это дело придется, безусловно. Кому? Вот. Сам Афганистан, им сейчас не до этого, они все воюют еще. Они пока не разрушат все до основания, они не успокоятся. Американская журналистка Людмила Торн как-то предлагала, чтобы наши ребята, саперы, так сказать, после вывода уже войск, чтобы они вернулись в Афганистан специально для разминирования, так сказать, всех объектов, какие сами же и минировали. Да. Как вы относитесь вот к этому? Вы понимаете, то, что минировали советская армия, это капля в море. Потому что, я еще раз повторяю, то, что минировала советская армия, это была система минирования. Это вокруг каких-то объектов. Только. Если граница минировалась с самолетов, как они говорят, выбрасывали мины, так выбрасывали мины лепестки 2-суточного действия. Они через 2 суток уже никуда не годны, их собирали душманы мешками и растапливали печку. Ну, они же не действуют долговременно. Они выходят из строя. Тогда наибольшая опасность какие? Какие? А самые основные мины, которые ставили сами душманы, они ставили их бессистемно. На тропах на всех горных, на дорогах. Я же говорю, даже в речке, вот их сейчас полно везде, в ущелье валяется. В горах, там, где ходят пастухи, там, где кочевники бродят, там таится громадная опасность. Что вы хотите, если у нас здесь, в нашей Московской области, ежедневно, ежегодно, летом, наши саперы изымают еще от времен Великой Отечественной войны около 1000, несколько тысяч боеприпасов. В год? В год. Ежегодно. И не уменьшается цифра. Потому что они как камни растут из земли. Наверное, эти неприятные отголоски Великой Отечественной и не дают седому генералу забыть Афганистан. И вновь появляются стихи, рождаются сюжеты новых рисунков и картин, слагаются песни, опаленные горячими афганскими ветрами. И вновь перед глазами лица боевых друзей, дороги и горы Афгана. Нет, не забыть. Колес.
позабудешь в Кандагаре лето, то, что нам изведать довелось. Разве позабудешь жаркое дыхание, дрожь тут испуганной земли? Разве позабудешь встречи, ожидания, те, что нам выжить помогли? Кандагар, 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 раскаленные солнцем руины. Кандагар, 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 черной площади выстрелы в спины. Кандагар, 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 дом друзья с темнотою душманы. И ползут по ночам караваны. В Кандагар, в Кандагар, в Кандагар, пыльные дороги на броне горячей проходили с боем мы не раз. Силы умножала ставка на удачу и надежность каждого из нас. Разве позабудешь рейды и засады, песни, сочиненные в боях? Разве позабудешь боль потерь отряда, нашу кровь на выжженных камнях? Кандагар, 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 раскаленные солнцем руины. Кандагар, 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 черной площади выстрелы в спины. Кандагар, 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 днем друзья с темнотой и душманы. И ползут по ночам караваны. В Кандагар, в Кандагар, в Кандагар, 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 раскаленные солнцем руины. Кандагар, 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 черной площади выстрелы в спины. Кандагар, 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 нам друзья с темнотою душманы. И ползут по ночам караваны. Кандагар, в Кандагар, в Кандагар, в Кандагар.